В Кашхабском районе отметили 25-летие Пенсионного фонда Российской Федерации. На торжественном мероприятии, которое прошло в зале администрации района, присутствовали управляющие отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея Аскар Бекулов, глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, начальник управления Пенсионного фонда в Кашхабском районе Аслан Ашев и весь коллектив управления Пенсионного фонда. Открыл мероприятие управляющее отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея Аскар Бекулов. Пенсионеров нашей республики. В нашем районе, в Кашхабском, 8300 пенсионеров. Значит, если еще дальше будем говорить о том, что на примере вот этих моментов, мы в этом году выплатим пенсионерам Кашхабского района 983 миллиона с хвостиком. Если мы еще добавим, допустим, распоряжение средств материнского капитала плюс больше 80 тысяч миллионов, то получается больше 1 660 000 000 рублей будет выплачено. Мы очень радуемся. Почему? Потому что чем больше мы, значит, выплачиваем пенсии, тем лучше для каждого человека, проживающего в нашей республике. Далее лучшим сотрудникам были вручены награды, благодарственные письма. Памятным знаком 25 лет Пенсионного фонда Российской Федерации награждается Болотов Булгарц Эгидович. Развития Республики Адыгея за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в становление и развитие пенсионной системы в Республике Адыгея, высокое профессиональное мастерство в работе по организации пенсионного обеспечения граждан Республики и в связи с 25-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации, почетной грамотой Министерства труда и социального развития Республики Адыгея награждается Дебагова Нафисет Сафарбевна. Почетной грамотой отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Адыгея в связи с 25-летием образования Пенсионного фонда Российской Федерации за значительный вклад и развитие в систему Пенсионного фонда Российской Федерации награждаются Химишева Оксана Сгадбиевна. Оксана Сгадбиевна стала у нас начальником отдела самого главного блока, да? Удачи, я вам желаю. За значительный вклад в развитие системы Пенсионного фонда Российской Федерации награждается Борсова Шамсет Борисовна. Проводить еще работать в нашей системе необходимо, очень особенно юридическое сопровождение пенсионных прав наших граждан. Спасибо большое. Награждается Кашокова Фатимет Кушевна. Награждается Кушхов Каплан Имович. Награждается Меркицкий Юнус Кимович. Благодарность управляющего отделения МПФР по Республике Адыгея в связи с 25-летием образования Пенсионного фонда Российской Федерации за добросовестный труд объявляется Курашиновой Фатиме Адыгеевне. Отделение МПФР по Республике Адыгея в связи с 25-летием образования Пенсионного фонда Российской Федерации за добросовестный труд объявляется Туаровой Марине Хамидовне. Целенаправленно идет вручение это самое начальнику управления, чтобы он хорошо знал историю развития пенсионной системы в Российской Федерации. В России это самое с 9 века. Со словами поздравлений к собравшимся обратился глава района Заур Хамирзов. Работа в Пенсионном фонде, она очень ответственна. Спасибо вам всем, что вы у нас есть. Счастья всем, здоровья, успехов. Распоряжением главы района за добросовестный труд, почетными грамотами, денежными премиями были награждены София Дзеушева и Мухаббия Гержануков. Далее выступил председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев. Очень хороший повод. Собрал нас здесь в этом зале. Очень рады мы сказать какие-то слова благодарности в честь образования Пенсионного фонда. Сказать теплые слова вам. Прежде всего, очень хороший коллектив, очень профессиональный коллектив, отвечающие требованиям современного времени, я считаю, который может четко дать и справки, и рассказать, и пояснить. А начальник управления, Астан Джумалиевич, это, можно сказать, друг, товарищ и брат и по работе в райсовете, и по жизни.
Очень приятно сегодня быть с вами сегодня в этот день, в преддверии вашего праздника, наверное, и в преддверии Нового года. Пожелать вам прежде всего здоровья всем, счастья, благополучия и такой же оперативной, хорошей, созидательной работы на благо жителей нашего района Республики Дагестан. Александр Валентинович также наградил почетной грамотой Аминет Хаткову. Своих коллег с 25-летием образования Пенсионного фонда поздравил начальник управления Пенсионного фонда в Кашхабрском районе Аслан Ашев. Хочу еще раз вот своих коллег поздравить с наступающим праздником, 25-летием Пенсионного фонда Российской Федерации. И пожелать всем крепкого здоровья, успехов в работе. А в канун Нового года еще раз хочу поздравить с наступающим Новым годом тоже всех. И дальше работать еще лучше, чем работали. Почетными грамотами начальника управления Пенсионного фонда России в Кашхабском районе были награждены Марзиат Кьярова, Светлана Балукова, Зарет Макаова, Саида Брантова и Зурет Хазиплева.